Я сел на... Ну как сел? У меня одна таблетка на все случаи жизни — это Левада. Когда мне что-то надо, или там как-то вот, ну, загруженные дни, в голове бардак, это все, это на Леваде, там вот водичка текет, свежий воздух, опять же, вот эта вот панорама громадная, то есть она меня лечит. Она буквально вот из меня всю эту фигню вытягивает и, ну, как-то насыщает. То есть само собой происходит, даже ничего не надо делать. Ты просто идешь и все, не надо ничего делать. Просто иди туда вот, побродил, домой вернулся, уже какие-то мысли другие, уже как-то живее стал. Ну, классно. Пошел опять же на свою Леваду, походил. Так себя пропесочил на всякий случай, думаю, что мне в жизни нравится. Ну, мне нравится кушать, готовить. Ну, там нравится, я хотел бы, не знаю, нравится там в волосах копаться, прически какие-то делать, знаешь. Ну, и рисовать, естественно, рисовал там, ну, так, на задней парте там девочку красивую на классе, учительницу или учителя там, сидит такой в таких очках, ну, как его не нарисовать, сидишь, книжку его там рисуешь. Ну, получалось там, я знал, что у меня получается. Вот, пошел в магазин, набрал продуктов, пошел домой, приготовил кушать, все классно, естественно, все меня похвалили, жена мне вот такая, слава богу. Вот. Взял сигарету, вышел на улицу, покурил, думаю, ну классно, ну буду я поваром, но опять же, ну что я буду готовить? То, что скажут, правильно, там меню какое-то, то есть та же стройка, только наоборот, не пойдет. Пошел к китайцам, набрал там каких-то ножниц, расчесок, посадил свою старшую девочку, давай ей прическу делать. Ну, целый день ее промучил, что-то там получилось, неважно что. То же самое, стал, подумал, думаю, ну вот я буду делать прически, придет какой-то человек, скажет, а я хочу вот так. То есть хочешь, не хочешь, ты должен делать. Что-то это меня не вдохновило, творчества мало, ладно, проехали. Опять же пошел к китайцам, взял самый дешевый холст, самые дешевые краски, пришел там, выдрал настройки из журнала какой-то... А, вот же она, где она? Ладно, там висит моя самая первая работа, потом покажу. И нарисовал какую-то девочку из этого журнала, постоял, посмотрел, о, классно. Покурил, думаю, художником туда-сюда, о, вот это оно.